новинки. Каждую неделю здесь проходит большой рынок. Купаясь несколько рынков, и они в разных местах в разные дни недели проходят. Вот сегодня мы приехали на большой рынок, куда и местные приезжают, и такие, как мы, обитатели Пая. Пойдем покупать всякие хозяйственные штуки, тут много всего, все дешево. Продают всякие непонятные штуки, травы, настойки. То ли это еда, то ли какая-то народная медицина. Но так как здесь живут племена, такие трайбл товарищи, то у них очень, конечно, популярна вся эта лесная медицина натуральная. Это рынок больше для местных, тут востребованы, конечно, обычные вещи, типа утепление на зимний сезон, поэтому много всяких носочков, шапок, пижам, всяких разных шляп для фермеров продают. Классные халатики. А вот эти штуки — писк сезона, причем писк каждого сезона. Это шапочка для езды на мотобайке. Умели, хочу показать, как это выглядит. Это очень супер функциональная штука. Сделана она в традициях этнических костюмов народности Северного Таиланда. То есть у нас есть прорези для глаз, можно дышать. И есть вот эти завязочки, то есть ты их затяни сзади. Вот, и оно затягивается, да, и слетает, крепишь на байке, не креплется. В это время года главное себе теплую пижамку купить в Пае. Вот мы сейчас собираем за 200 бат такой комплект. Тебе нравится? Ну, мне будет тепло. Я в Таиланд вообще-то ехала на пляж загорать.